Колькасць машын без тэхагляду ў Магілёўскай вобласці расце. Пра гэта гавораць вынікі дэкады дзяржтэхагляд. Падчас сумесных рэйдаў, якія праводзілі супрацоўнікі ДАІ, транспартнай інспекцыі і прадпрыемства дзяржтэхагляд, амаль кожны сёмы спынены аўтамабіль аказваўся без адпаведных дакументаў. Як праходзілі рэйды ў наступным сюжэце. Дэкада гостехасмотр, добрый день, пожалуйста. Документа о прохождении техогляду не оказалось. Водитель тлумачит, на линию выпустил механик. Путевка это подтверждает. Мы составляем акт так, и привлекаем должностное лицо по статье 18.24. Ответственно от 4 до 6 базовых величин. Сообщаем ГАИ для привлечения водителя за управление транспортным средством. У транспортной инспекции отмечают, что Восеньская декада показала, выпадков, когда предприятия допускают транспорт до працы без техогляда, в области становится больше. За прошлый год нами привлечено транспортной инспекции 130 должностных лиц так, на 10 350 рублей. В этом году уже 150. Подчас рейдов было спынено больше за 3500 машин, 14% без техогляду. Подчас минулогодней декады у лику порушальников было только 10% водителей. Процент возрастает, и как бы это не может не беспокоить, потому что все-таки это безопасность дорожного движения, это жизнь и здоровье граждан, это большая проблема. Невеличкие презенты для сумленных. Это уже добрая традиция. А еще напомин про шины. С 1 снежня яны повинны быть только зимовыми. Алиса Рыбалка, Виталь Алексеенко. Новини регион.